Добренького времени суток, ребятки. С вами Инощмеле. Давно не слышались. Дело в том, что в Steam перекочевала замечательная игрушечка Destiny. Вторая часть, первая на плойку. И как-то появилось желание... Появилось желание порубиться в нее. Раньше она была в Battle.net, но теперь она в Steam. Народу больше, будет интересно, я думаю. И сказали, что начало изменили. То есть квест теперь будет другой при создании персонажа. Я хочу посмотреть, как, что и почему. Let's go! В игре существует три класса. Это вот такие вот танчики, титаны. Также есть охотники и варлоки. Ну, скажем так, что титанчики любят помахаться кулаками и шишечками, помахать молотом и щитом. Охотники у нас легкие такие ассасины, скажем так, и у них есть потрясающий ультимейт, как джедай, вы бегаете и размахиваете посохом таким электрическим, и пистолет, который ваншотает. И варлоки. Варлоков я особо не шарил, хоть и чуть-чуть играл, но у них тоже классное все это происходит. Мечи, там, ульта, все это разносится, все барахтаются, шарик вот этот вот, который потом огоньком светится. О боже, как он шарахает, вообще будь здоров. Я хотел поиграть за охотника. Конечно же, я выберу женщину, потому что интересный телочками. Но я покажу быстренько. Осмотрите, что происходит, что как. Чтобы у вас было хоть какое-то понятие, что происходит. Давайте с мужичка. У нас есть мужик-человек, мужик-женщина, пробудившийся. Я буду создавать пробудившегося. Телочку, конечно же. И Экза. Разумная боевая машина, которую создали в части давно заболевания. И телочки. Ну, телочки, не знаю, как Экза выглядит, но надо, наверное, постараться. Так, давайте начнем, допустим, с мужичка, к примеру. Лица все это выбирается. Все по шаблонам. Также цвет кожи. Все это... О, май! И глаза. Уф. Ну-ка сейчас. Прическа. Сейчас накидаем чисто для прикола. В общем, все это меняется, все настраивается. Будет желание потыкать. И вообще, я симпатичный красавчик. Метки, татухи, все это у нас есть. А я буду делать своего перса. Итак, по-быстренькому накидал вот такую вот деваху. Вот, если что, примерно настройки. Тут много чего можно выбирать, конечно, но не сильно много, как хотелось бы. Хотел такие волосы, но что-то не знаю. Ну, вдруг у всех такие волосы. Хочу белую. Белую, конечно, мне цвет здесь не очень нравится, но... Ну, пусть будет. В общем, начинаем. Главное, чтобы у меня сейчас опять ни свет, ни соседка ничего не бомбанула, а то я же счастливый до хрена. Страж. Проснись, Страж. Сработало, я тебя оживил. Такое начало было... В первом Destiny, если не ошибаюсь. Я призрак, ну, то есть теперь твой призрак. А ты? Ты долгое время была мертва, так что очень многое да. Тебе будет непонятно. Я чуть-чуть узнал, в общем, нас оживили. Оживать вот эти вот существа, мы превращаемся в стражей. Это территория падших. Тут небезопасно. Нужно доставить тебя в город. Чё? Че это было? Я все еще здесь. Нам нужно двигаться. Скорее. С тобой что-то не так, дружочек. Это старый космодром. Космический порт русских. Он на карантине и довольно опасен. Но пройти дальше мы сможем только через эту стену. Ага, понятненько. Но я торопиться не буду, я буду осматривать все аккуратненько, внимательно. Так, а что у нас? Ага.
Окей, я понял. Так. F1 у нас. Такое вот. Это с моего старого аккаунта осталось. При переносе. Костюм мусорщика. Понятно все, короче. Бомбыш. Кстати, а тут можно поменять? Это мы меняем под, как бы под классы. Давайте пошарохаемся. О, классный прыжок. Ну, ничего интересного можно нету. Двигаться. Без оружия мы станем легкой мишенью. Да понял, я понял. А можно туда? Я хочу прогуляться туда. Можно? Я понял. Я все понял. Ладно, будем бежать. Капает, сыпется что-то. Ой. Ха. Вход воспрещен. Нам сюда. Я должен вернуть тебя в город. Для этого нам нужен корабль. Но сначала нужно найти тебе оружие. Пошли. Понятненько. Спасибо! Спасибо, вселенная, люблю тебя. Вот моя жизнь, это вот слово. Вернемся к нашим баранам. Я из везучих людей. Из везучих людей, так что все нормально. И если такое произойдет снова, они вокруг нас. Я в это. Короче, того. О, что такое? Ну-ка. Ничего нет. Могу фонарик. Че у меня штанишки нормальные вообще? Оу, че такое? Мы рискуем. Но давай раздобудем больше средств. Ну конечно. Что это такое? Есть. А, фонарики все. Стоит этот переключатель. Это же не фонарики. Что такое? Покажите поближе. Кто такие? Вы случаем не бегите сюда. А что еще есть? Атмосферненько. Я уже посмотрел, как можно будет поиграть в оригинальное прохождение, которое было еще на другом клиенте до перепрыжки в Steam. Я вам тоже покажу отдельно, там не менее атмосферно, поверьте. Че такое? О! О! Ган! Ай, have a gun! Ты же охотник, а значит не боишься рисковать. Вообще говно. Не останавливайся и готовься к бою. Воу-воу-воу! Я тебя видел. Чё? Ну-ка. А, нет, не то. Куда он бежал? Месье? Как ты это сделал? Вот так вот не надо делать. И чё вы тут сидели, я не понимаю, как вы тут вообще оказались? Какой-то беспредел вообще. Никакой культуры. А? И как там наверху, нормально было? Молодец вообще, красавчик. Есть чё внизу? Не отвлекайся. Понятно. Если датчик мигнет, опасность рядом. Датчик мигнет? Наверное, когда он мигнет, я уже ничего не успею сделать. Не-не-не-не-не. Воу.
Что замутил, не знаю. Что замутил, вообще не понял. Ой, это что? Хочу сурки его убить. Эй! Комбинированный удар. Что такое? С другой планеты, копающиеся в останках человечества. Да, ты ничего. Ой. А еще есть? А могу еще? А? А? Ну ладно. Че? Месье? 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 Странный какой-то молодой человек. Может, и не молодой. К слову о пиратах. Вон тайник с добычей. Давай посмотрим, что внутри. Да, посмотри. О, кокуино! О май гад! Здесь есть дубль-дубль. О, хочу. Чё, куда? О, я вас понял. Не надо так делать. Уй! О-о-о-о-о-о-о-о! Уй! А что это мы убегаем? Я тебя вижу. Вообще никакой совести нет, я не понимаю. Так, ну тут лучше, наверное. О, лови маслину. Нету. А я думаю, сейчас закину масляшку. Ой. Еще падшие. Пустим мало не покажет. Салют. О, да, май гад. Твой свет силен, страшен. Конечно, силен, еще бы научиться им пользоваться. По-моему, я обосрался ульту. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, хотел аэршот замутить. Месье! Месье! Вот это я замутил! А где голова у него? Я чё, голову отшиб? Могу вообще! Могу! Так, ладно, эту ульту мы попробовали. Даже не знаю. Ну давайте пустоту попробуем. Ночной охотник. Что она делает? Похоже на арбалет. Или лук. По-моему, лук. Я помню лук, вроде как. Нельзя? Ладно, только в определенные места нужно идти. О, спасибо. Кто здесь? А, это я. Не, нормальный пацан, вообще нормальный. О, да. Продолжай движение. Понял. Я попытаюсь найти корабль, на котором можно улететь домой. Понял. На ней? А, ну да, это же кооперативное прохождение. Конечно. Внимание. Отряд рейдеров подшип. Все немного хуже, чем я думал. Валер Вантап. Что происходит, пацаны? Я тоже хочу пострелять. Они хотят боя. Тогда им бой. Эй. Опять у меня не работает моя бомбочка. Опа! О, вот это бойся вообще.
Что такое? Кто здесь? Никого нет? Казалось. О, понятно. Кооперативчик работает? Пацаны, вперед! Кто это? Сейчас чихнет, да? А я хочу сблизи его. Да. На тебе. По жопе. Ёп, чё сделал? На тебе по попе. Бойся меня, понял? Это типа укрытие, что ли, такие? Прикольно. Что-то летает. Ну ты же не в меня целишься. Продолжай сражаться. О, я ништяк. А чё, я попадаю по нему? А, понятно. Щит хороший, но не такой, какой нужен. Тут непонятно, голова есть? Блин. Голова есть или нет? О-о-о, не троньте меня, изверги! Вот. Я получил сигнал со старого десантного корабля. Давай отыщем его. Давайте отыщем его. Чё, вот здесь соберем? Кокуину? Кокуину. Шлем какой-то получил. Страж, нам пора. Какой пора тут шлем? Чё? О, я тоже хочу пострелять. Чё за линия была? Ништяк. Чё? Пора двигаться, страж. О, ёпта! Лови маслянку. Даже просрал ее. А я хочу ульту попробовать. Можно ульту попробовать? Страж, сигнал корабля исходит из следующего здания. Я понимаю, но я хочу ульту проверить еще одну, пожалуйста. Я один победил всех. Но это не точно. Страж, кто это? Нам пора. Я понимаю, погоди. Что за читерская самонаводочка? Ядрит твою за ногу. Чего мне всем нужно? По-моему, я обосрался. Пора двигаться, страж. Не трогайте меня. О! И все? И все? Юп! Все, спасибо всем, пока. Удачи. Удачи, я понял. Хорошо, как скажете. Страж, сигнал корабля исходит из следующего здания. Когда мы доберемся до города, посрался. Ты начнешь понимать, почему я привез тебя обратно. Я люди, думал... Обещание светлого будущего и странник. Потерпи немного, и ты его увидишь. Да, странник, это тоже интересный персонаж. Я думал-то я лук возьму, и сейчас буду кабины всем ломать. А я обосрался. Так, ну-ка, а... Вот это вот, что у нас? Огонь. Пистолетик нарисован. Надеюсь, я не так же харкну и в никуда. О, что такое? А, точно, там же у меня этот... Дворецкий? Вот это плюшка! А где я? Я помню, шлем не упал. Да? Шлем же упал. Да, и кстати, все новички, которые зашли именно с вот этой вот новой версией, теперь вот у вас сила будет большая.
Типа, чтоб догнали. Оу. Что это мы тут забыли? Куда ты исчез? Я понял. Ты не ожидал такого, да, вообще? Ох, ща я тебе. Ты вообще не тот, по-моему. Здрасте. О-хо-хо-хо-хо. Давай заберем этот корабль. Уить? И все? Ты такого не ожидал, да? Кто? Чё? Ну уже, давай посмотрим на твой новый корабль. Ну ладно. Я думаю, что похожу, посмотрю, что там происходит. Ля, какой шлем. Он тут уже давно. Да я пилот просто. Не был в деле веками. Повезло, что падшие его полностью не обобрали. Да. Летать сможет? Я говорю. Сейчас сможет. Ничего себе. Ой, а он исчез. Что будем делать? О, я чувствую. Гипердрайв на полную мощность. Мяу. Какого телепорта? Какой красавчик! Я хочу с ним пообщаться. Я думаю, мы будем отбиваться, пока двигатель прогреется. Ну ладно. В смысле, я могу вернуться, когда буду готова? Типа, можно будет вернуться и навешать ему? Destiny 2. Я не знал тебя при жизни, по крайней мере, при первой. Смерть настигла тебя в бою задолго до моего появления. Нас свело кое-что особенное. Его назвали Странником. И когда он явился, он изменил твой мир навсегда. Настал Золотой век. И столетиями человечество процветало. Пока этому не пришел конец. Древний враг проследовал за Странником через всю Вселенную. Человечество было обречено. Но Странник сделал свой выбор. Пожертвовав собой, он уничтожил древнего врага. И вдохнул жизнь в призраков. То есть... Я призрак. Таких чувачков. А главное... Понятно. Я твой призрак. Ну как это мило! Тебя, как и других, избрал Странник. Ты... Страж. Спасибо. И это твоя судьба. Ууу, Destiny! Пережившие коллапс человечества зовут город домом. Летим домой. Вот потому ты и здесь. В натуре. Чтобы защитить их. Да. И вернуть потерянные миры. Мы пришли.
Все, ёпта. Ого. Последний город. Ничего ты потрепанный. Новый дом. Странник. Интересная штучка. Вот мы появились. Да, да. Это типа такой вот общий стартовый городок. Я так понимаю, что здесь и не был. Беловолосая женщина. Надеюсь, я не обосрался. Ладно. Откуда вы все появляетесь, я не понимаю. Что у нас есть? Ага. Так, ребят, немного приоткроюсь. Вот этот персонаж, вот он, сейчас давайте побежу к нему. Это будет в следующем видосике, но кому интересно, я покажу заранее. Чутка раскроюсь. Если кто уже начал играть, кто хочет начать как бы то, что было на оригинальной Destiny, когда была Красная война. Я покажу, как запустить ее. Я так понимаю, да, к ней нам нужно. Правильно, да. Подготовьте ангары 6. Да, вот. Как дела? Нормально. Да, вот, к ней нужно выбирать. И вот Красная война. Также вроде как прочитал, что интереснее было проходить это вот Красная война. Потом проклятие Сириса. Да, Сириса и военный разум. Такие вот компашки. Выбираем ее. Я прям завидую. Это не точно. Так, проверим. Желаю она вообще удачи. Как. Да, вот она появляется, получается. И мы запускаем ее и катаем. Но об этом в следующем видосике. Потому что сейчас нам пора. Удачи. Чем Холидей может тебе помочь? We'll be right back.